В общем, вышла я на прогулку. Устала дома быть, устала лежать. Дошла до магазина, купила мороженое. Это у меня уже второе. Первое было из Кореновки. Коровка из Кореновки. Такое вкусное. Кстати, вот это вот у меня русский холод. Тот коровка из Кореновки вкуснее была. Ничего не происходит. Отдыхаю. Коплю силы. Чувствую себя хорошо. Выспалась, поела, погуляла. Вот и все, вот и все. Пошла погулять по лесу, подышать. А потом у меня дело. Одно есть небольшое. Вчера вечером обещала выйти в прямой эфир, так и не вышла. Ушла из дома, поздно вернулась. Не запланировано все у меня получилось. Бывает иногда обстоятельства складываются таким образом, что нужно уйти из дома и уйти в ночь. Вот я так и сделала. В лесу классно, народу мало. Время 4:30. Ничего не делала. Ничего не делала, понимаете? Даже вот сказать не это. Нечего. Прям даже стыдно становится. Наполняюсь энергией, чтобы потом вам ее дарить. Посмотрите на лес. Я буду ходить гулять, кушать мороженое. Вы смотрите на елки. Заряжайтесь положительной энергетикой. Ветер. У нас ветер несколько дней уже. Просто ветрина. В лесу еще можно снимать, потому что здесь закрыто от ветра. Там, прям штормовое предупреждение. Стою на одном месте и ловлю себя на мысли, что у меня очень хорошее зрение. Я вижу каждый листочек, слава богу. А то мне уже начало казаться, что у меня зрение падает. Нет, все прекрасно. Слава богу. Да, Бога не устаю благодарить, потому что Боженька дает мне все, что я попрошу. А я даже ничего и не прошу. У меня и так есть все. Мне даже просить нечего. У нас же эти есть клещи. Это ж страшно. Выйду из леса, буду себя осматривать, буду себя ощупывать. Займусь самоудовлетворением. Какая красота. Правда, мои хорошие, я хотела снять дома видео. Все летит из этого. Хотела снять дома видео. Но не о чем пиздеть. Не о чем. В принципе, у меня вся жизнь такая, да? Ни о чем. Угу. Признаю. До мамы не могу дозвониться. Она сегодня в 2 часа поехала. Повезла собаку с Танькой на прием к врачу. Плохо ведь ей очень боньки. Она прям не встает на ножке. Ничего не ест. Мама ей покупает козье молоко. Козье молоко чуть-чуть пьет. И не дай бог умрет. Хотя, знаете, она вот уже 4 или 5 дней ничего не ест. Есть вероятность, что умрет. Молодая собака, ей всего 2 года. Ребята идут. Парнишки. Ночью дождь был. Как дышится хорошо. Кто ж тебя обесцветил-то? Вот просто не понимаю. Вот это вот кого растят из детей? Вот просто кого? Петухов, да, сразу? Ну это же пиздец, блядь, мальчик обесцвеченный. Это же, ну это... Просто в ахуе. Даже мимо меня не ездит. Вот эти. Это тоже, блядь, какой-то покрашенный идет.
Один нормальный, второй, блядь, покрашенный. Что это за хуйня такая у молодежи? Ой, маленький, хороший. Человек из него выйдет, из того нет. Блядь, мне же... Куда родители смотрят? Ну, за что такое? У нас у Арсения такой хуйни нет, вы чё? Маленький мужчина. Сразу же видно, что мужчина. У нас в семье такой хуйни нет вообще. Ну, блядь, молодежь. Ничего плохого парня не сделали, да? Уже раздражает. Как вкусно. Смотрите, какое небо. Какое красивое небо у нас. Там шоколад внутри. Очень вкусный. Такое. Ну, молочка из кореновки. Коровка из кореновки вкуснее была. Дышу на небо. Небо роскошное. Небо просто роскошное. Какая яркая трава. Вот это нормальный парень. Нахуя парням красить волосы? Нахуя парням превращаться в баб? Я не понимаю. Что это за такое, а? Кто понял, тот лес у меня. Кто не понял, это лес у меня рядом с домом. Всегда есть возможность пойти погулять, подышать. Хорошо провести время. Хоть немножечко протрястись. Время 16:35. Ага. Знаете, еще я хочу сказать. Что? Забыла, что хотела сказать. Я вот думаю, были ли у нас, но это я уже другое подумала, случаи клещей, кроме нашей Бони, были, наверное. Наверное, клещей много. Слушай, так вот сходишь в лес, прогуляешься, и настроение улучшается. Но оно мне и было нормально, мне нужно было просто протрястись. Выйти, я хочу слив, я хочу этих зеленых, таких вот мелких слив. Такой прям с кислинкой, такой алычи хочу взять. У нас не продается. Птички поют. Какая красота. Ну, в общем, все. Влог ни о чем. Все, как и остальные влоги. Кстати, 1 июня пойду на педикюр Киришке. Все, больше ничего не происходит. Не знаю, может, будет вечерний эфир, может, не будет. Не знаю.